так нельзя, малыш. 30 по 5 тетрадочек каждому. Сколько тебе в клеточку? Нет, тогда получается 15. 15? Нет, подожди, тебе, тебе Ваня, нет, 12. Нет, вообще мы ничего не берем. Тебя Таня зовут? Да. Танюш, тебе 5 тетрадок в клетку и в линейку. Говори тебе количество листов, какое нужно? Ну, 12. 12? 12 в клеточку. Все, дальше. Нам в линейку не надо. Так, сестре твоей, Саше. Нам всем в клетку, в линейку не надо. Так, все. Ваня, тебе тоже 12 листочков? Дай? Да, мне. Хотя одну, возьмите еще одну 18. Нет, мы либо 5 18, либо 5 12. Да, 12. Ну, 12. 12. Так, 12. Еще три пена. Каких? Для Вани тоже пена. Да, да. Ну, нет, давай, хотя, давайте вот мне. Такой, да, вот такой. Мне вот тоже, держи. А? Мне возьмите вот место моего. Так, все, ручки, карандаши, ластики у вас есть? Сколько? Тебе одно. Тебе, Ваня, одно, да? Да, всем по одной. Всем по одной. Дальше. Зимы. Мама! Все? Карандаши, линейки, ластики нужно? А, линейки. Три штуки. Не, у нас есть, мама заказала. Линейки нам не нужны. Давайте ластики. Ручки прикольные. Так, ластики, все? Ластики. Да, да, нам больше не надо. Еще не слава. Я что не говорю? Вот первый класс. Господи, ну, давайте. Полина и Варвара. Так. Это пенал. Класс. Я пойду в пятый. А ты в какой? В третий. Сейчас, я хотел записаться. Вам что нужно? Ножницы. Пеналы нужны или есть старые? Да, есть. Есть пенал. А мешков нет потом? Мешки, да. А будильники вы не даете, да? Будильник первоклашек. Все, тогда все. А вот такой набор можно вместо будильника? Да, конечно. Я вот не знаю, подойдут им? Такая? Нет, сумка не нужна. Сумки не нужны. Вот такие, портфельчики. Да, портфельчики. Давай. Вот такие вот. Один? И сумку даешь? Нет, нет, два портфельчика. Все, постоянно карандаши, ничего не надо больше вам в школу. Варь. Не побольше нам, у нас двое большие. Смотри, дальше 18-24 листа нужно? 24, да. В линейку, в клеточку. Давайте в линейку. А в клетку не нужно 24? Да, давайте, пригодятся. Сколько, на двоих? Да, на двоих. А в линейку тоже на двоих? Тоже на двоих. У меня двое они идут. Нет, за одного. Я у вас спросила, как потом. Седьмой. А что ты меня сегодня кинул? А клеточку можно еще? На двоих. Второй, третий. А? Ну давайте подъем хоть одну. Я скажу, что мне не нравится. Ладно.
Мы не покупаем дневники. Нам уже не нужны мешок. Мы сказали, что очень не надо. Ой, ну уже. Третий класс. А вот девочки, да? Две девочки? Нет, у меня мальчик и девочка. Спасибо. Наташ, пойдем вещички подождем. Подписи посмотрим. Это что? Это пластилин. Да. Ты школьник. Аня. Аня. А, вот такой. Да. А какой класс у нее? Четвертый. Это для первоклассников. Да. Она просто не влезет в то количество. Да. Давайте. Ну такой, можно? На винишь. Скажите, а так можно? Нет, вам будет первая карта. Лесная. Ну вот смотрите, у нас обычно та. Ой, ну этот маленький, наоборот, это ему едки еще прям. Скажите, а резиновых сапожек нет? Вот взяли тоже были сапожки. Скажите, сколько класс? Класс 7. Красивая, да? Да. Ой. Померите там. Там у вас вот брюки. Анжела? Что еще? Карандаш? Давай, карандаш. Так, не проливайка ему нужна? Нет, у нас есть. Так, клей нужен? Да. Пластилин? Клей, пластилин. Карандаши нужны? Да. Краски? Альбом? А еще портфель. Альбом нет, альбом. Держи, да. Альбом нет. Цветной картон, бумага. Цветной картон, бумага. Спаси, Господи. А красочки? Да. И клей. Стаканчик есть, вот альбом. И если картон. Смотри, какая линейка? Маленькая или большая? Побольше. Нет, не надо. Можно так посмотреть? Карандаши нужны? Да. Не надо. Там цветные остались. Есть пластилин? Нету, закончился. Спасибо. Нам чего надо? Нет, Саше надо. Вы, подождите, вы записались? Мы записались. Мы записались то, что. А вы записались? О, мне же тоже нужны. Нет, две тетрадки, наверное. Так.